прости, это был мой долг. Опомнитесь. Что вы называете долгом? То, что я делаю ради моих пациентов. Я посвятил жизнь лечению душевнобольных. Я способен помочь этим людям преодолеть недуг, несмотря на отсутствие диплома врача. Но Брайан считал, что я не имею права заниматься медициной. Я не позволил ему разрушить мою карьеру. Так же, как не позволю вам. Хейли, мисс Лайт, вы ждете управляющего? Он может не прийти сегодня. Я ждала тебя. Меня? Да, я случайно подслушала твой разговор с Тедом Кэпвеллом и была восхищена твоим отношением к тете. Кроме нее у меня никого нет. У тебя нет родителей? Нет. Мне жаль, что ты так рано потеряла отца и мать. Я знаю, это большое горе. Ведь у меня тоже никого нет. Совсем никого. Ваши родители тоже умерли? Мне было очень одиноко в этом мире, пока я не нашла путь к свету. Я хорошо понимаю тебя. Я знаю, как важно иметь хотя бы одного родственника, даже такого, как Джина. Тед видит лишь ее недостатки, правда? Ради тебя он мог бы снисходительнее относиться к ней. Ведь в один прекрасный день Джина может исправиться. Не нужно отворачиваться от нее. Я сомневаюсь, что смогу чем-то помочь Джине. Ты не знаешь своих возможностей. Добрым отношением можно добиться всего. Это старая истина. Хейли, я могу попросить тебя? О чем? Я прошу тебя вечером прийти на наше собрание. Вряд ли я смогу. Это продлится недолго. Тебе не обязательно отвечать сразу, у тебя есть время подумать. Приходи, если сможешь. Тебе понравится у нас, Хейли. Вот увидишь. Обязательно понравится. Я постараюсь. Спасибо за приглашение. Что здесь происходит? Тетя Джина, держись от нее подальше. Мы просто беседовали. Не стоит так злиться, Джина. Я знаю, когда-нибудь ты помиришься с Сантаной. Ни за что на свете. Время покажет. Приходи вечером в отель Кэпвеллов. Тебе предстоит еще многое открыть в себе. Вряд ли я узнаю что-нибудь сногсшибательное. Поэтому лучше не лезь в мою жизнь. Не надо так волноваться. Надеюсь, мы скоро увидимся. До свидания. Зачем ты разговариваешь с ней? Почему ты так странно смотришь? Вчера я воспользовалась твоим советом и окончательно испортила отношения с Тедом. Не может быть. Наверное, ты допустила ошибку. Вот именно, послушалась тебя. Я постараюсь больше не допускать ее. Бабушка. Привет. Привет. Как ты себя чувствуешь? Я долго не протяну. Не говори так. Скоро ты поправишься. Сможешь выходить в сад. Не морочь мне голову. Мне и самой пока не хочется отправляться к Кэти. Не надо об этом. Ты знаешь, какой завтра день? Нет. Кейт, когда ты запомнишь день смерти своей сестры? Виновник так и не был наказан. Но я отомщу за Кэти. Я доберусь до Кастильо. Обещаю. Элис, Элис, это важно. Расскажи нам все, пожалуйста. Прошу тебя, расскажи, что случилось. Мы хотим помочь Перлу. Мы ничего не сможем сделать, если ты будешь молчать. Элис, посмотри на меня. Мы друзья Перла, и мы очень беспокоимся о нем. Ты знаешь, почему мы беспокоимся? Правильно. Ты рассказала ему о брате, о том, как умер Брайан. Ты боишься? Тебя запугал доктор Роулингс?
Поверь мне, с тобой ничего плохого уже не случится. Нам просто необходимо знать, о чем вы говорили с Перлом. Что здесь происходит? Вы же собирались уйти. Все в порядке. Мы решили заодно навестить знакомую. Прошу вас покинуть клинику. Я немедленно сообщу об этом доктору Роулингсу, как только он приедет из Бостона. Из Бостона? Я так и знал. Большое спасибо, сестра. И еще, Гейнер, не сердитесь на эту девушку. Она нам ничего не сказала. Надо связаться с бостонской полицией. Пошли. Я только что говорил с шефом полиции Бостона. Он обещал послать людей обыскать церковный подвал. Что мы дальше делаем? Не знаю. Надеюсь, они схватят Роулингса, прежде чем он доберется до Кортни и Перла. Круз, тебя еще что-то беспокоит? Ты когда-нибудь ощущал, что твоя жизнь пущена под откос? Моя? Нет, мне не знакомо это чувство. В отличие от тебя. Наверное, тебе смешно? Нет, в этом нет ничего смешного. Спасибо тебе, дружище. Не за что. Тебя огорчает, что и ты не лишен человеческой слабости. Обычно ты несешь всякую чепуху, а сейчас попал в точку. Доверься мне. Не забывай, что рядом с тобой есть те, кто готов разделить твои радости и печали. Не грусти. Все будет в порядке. Отлично. Я буду рад оказать тебе ту же услугу, доктор. Я плохой психолог, но все же заставил тебя улыбнуться. Я вовсе не улыбаюсь. А это что? Мне надоело с тобой болтать. Пошли отсюда. Отличная идея. Но, похоже, нам придется здесь задержаться. Это ваша подружка Элис сказала мне, куда вы отправились. Она не умеет хранить секреты, так же, как и Оуэн. Что вы сделали с Элис? Где она? Не отвлекайтесь, мистер Брэдфорд. Вас не должна занимать Элис. Покончив с вами, я вернусь в клинику, и жизнь пойдет своим чередом. К счастью, вас в ней больше не будет, и очень скоро. И не надейтесь. Я не стану вам подчиняться. Тем более готовить себе могилу. Поднимите, мистер Брэдфорд, и продолжайте работать. Давай, стреляй. Первый я убью ее, если вы не подчинитесь. Я убью ее немедленно. Перл, делай, что он велит. Я прошу тебя. Доктор Роллинс, я знаю, что гибель неизбежна, но я так боюсь умирать. Не бойся. Смерть — неотъемлемая часть жизни. Я обещаю, что тебе не будет больно. Как врач, я обязан облегчать людям страдания, помогать им. В свое время я помог Брайану осознать себя как личность, но вместо благодарности он стал угрожать мне разоблачением. Я предостерегал его. Долго объяснял, что последует за его угрозами, но все было напрасно. Как и в вашем случае, если бы вы не были так упорны в своем стремлении разворошить прошлое... Доктор Роллинс, мне нечем дышать. Как кружится голова, о боже! Как я могу забыть о ней, если здесь все напоминает о Кэти? Кэти жива в моем сердце. Она была такой веселой. Я люблю ее вспоминать. Думаешь, я нет? Ты помнишь только ее смерть. Кейт. Она была отличной пловчихой. Разве она могла утонуть? Я, как и ты, не знаю ответа на этот вопрос. Но ты не имеешь права мстить человеку, вина которого не доказана. О чем ты? Думаешь,
Я ничего не знаю. Я читаю газеты и не разучилась соображать. Ты преследуешь Круза Кастильо. Мне не нравится это. Кейт, я боюсь за тебя. Почему? Потому что нельзя жить прошлым. Ты обкрадываешь себя. Устрой, наконец, свою жизнь. Найди девушку. Женись. Заведи семью. Хорошо, хорошо. Сегодня же этим займусь. Вот именно. Я была бы счастлива, если бы рядом с тобой была любящая жена. У тебя кто-то есть? Кто-то есть, да? Да, быстро ты догадалась. Мы с ней очень подходим друг к другу. Почему же ты не познакомишь нас? Бабушка, ну ты ведь болеешь. Да я уже почти на ногах. Ты не обманываешь меня? Вы собираетесь пожениться? Возможно. Пригласи ее. Ты ее приведешь? Она сейчас очень занята. Попроси ее, и она зайдет. Вы придете завтра? Бабушка. Умоляю тебя. Я не могу тебе этого обещать. Можешь. Сделай это ради меня. И кое-что еще. Что, показать тебе правнука? Я не требую невозможного. Принеси ту вещь, которую ты убрал отсюда. Нет. Не могу. Не возражай. Принеси. Она еще у тебя? Да. Тогда принеси. Она должна быть здесь. Но это же единственная улика. Не улика. Серьга не может быть уликой. Но ее нашли возле тела. Кейт, ты должен забыть о прошлом и побольше думать о настоящем. Дай ее мне. Спасибо. Ты не представляешь, как я счастлива, что увижу завтра свою внучку, то есть свою, твою невесту. Я надеюсь, женитьба заставит тебя выкинуть из головы все твои планы мести. Ради тебя я готов на все. Но ты должна пообещать мне, что постараешься сейчас хоть ненадолго заснуть. Хорошо? Да со мной все нормально. Уже ничего не болит. Я только немного устала. И мне не мешает отдохнуть. Как ее зовут? Кого? Ту, на которой ты собрался жениться. Джина. Демот. Джина. Джина.
Я буду любить ее. Что тебе нужно? Мне надо поговорить с тобой. Ты не пожалеешь. Говори быстрее. Ты знаешь, который час? Уже поздно. В последнее время ты что-то рано ложишься. Я слышала, что Сантану, скорее всего, не будут судить. Что? Сантану не будут судить? Мне сказал Кейт. Представляю, как ты расстроена. Ты приложила массу усилий, чтобы ее упрятали в тюрьму. Круз, я хотела лишь одного – вернуть себе опекунство над Брэндоном. Не беспокойся о Брэндоне, я о нем позабочусь. Что тебе нужно? Я думала, что если бы я получила информацию, которая могла повлиять... Подожди, подожди. Ты видишь во мне сообщника, Джина? Хочешь договориться? Что ты вообразила? Ты думаешь, что теперь я не стану выяснять, как ты приучил ее к наркотикам? Нет! Вот и хорошо, потому что я открутил бы тебе башку, если бы ты только заикнулась об этом. Да. Ну и что? Соедини меня напрямую. Запомни раз и навсегда. Я ни в чем не стану обвинять Сантану. Хорошо. Сейчас приеду. Вы с Кейтом окажетесь за решеткой. Ведь вы не разлучны. Выходи, я должен ехать. Ты даже не дал мне рта раскрыть. И правильно. Меня не волнует, зачем ты пришла. Проходи, Джина. Джина. Кейт. Вас устраивает такой оборот, доктор Роулингс? Вы ощущаете себя сверхчеловеком? Прошу вас, пощадите меня. Пощадите. О чем вы просите? Вы столько лет издевались над людьми в своей клинике. Клянусь вам, я никому не желал зла. Перл, не надо. Нет, нет, Корт, не успокойся. Не прерывай меня. Что? Что вы собираетесь делать? Завершить дело, начатое Брайаном. Я собираюсь разоблачить ваше мошенничество. Но сначала закончим здесь. Вы разберете кладку и достанете тело моего брата. И сделаете это сейчас. Вставайте. Да, да. Да, хорошо. Я все сделаю. Его следовало убить. Только вообрази, как он обращался с Брайаном и какую ужасную смерть для него придумал. Беритесь за дело. Живей! Да вы же сказали разбирать кладку. Вот именно. Только голыми руками. Представьте себя замурованным здесь, как Брайан. И попытайтесь выбраться наружу. Привет. Я занята, Джина, у меня много работы. Хейли, я все время думаю о нашем разговоре. Ты еще не забыла, что я твоя родственница? Ты постоянно напоминаешь о себе. Перестань, Хейли. Ты же любишь меня. Не сердись. Я помогу тебе восстановить твои отношения с Тедом. И как же? Скажи ему, что ненавидишь меня. Зачем? Важно, чтобы Тед поверил, что мы навсегда расстались. Все так просто уладить. Мне не нравится твоя затея. Но так мы решим все твои проблемы. Я против, Джина.
Но почему? Почему тебе это не нравится? Я не хочу разыгрывать спектакль. Мне слишком дорого обходится ложь, поняла? Тебе не придется лгать. Ты не должна ничего говорить. Предоставь это мне. Нет, я не позволю тебе вмешиваться. Что ты делаешь? Мне некогда объяснять. Я хочу пару минут поговорить с Тедом наедине. Тебе не о чем разговаривать с ним. Все будет в порядке. Не беспокойся. Эй, сюда нельзя входить посторонним. Но я уже вошла. Я знаю, чем ты расстроен. Тебя это очень волнует, Джина? Еще бы. Я сегодня рассталась со своей единственной родственницей. И все благодаря тебе. Хейли меня удивила, встав на сторону Кэпвеллов. Ловко вы сумели восстановить ее против меня. Это вполне в вашем духе. Но я все равно выскажу свое мнение о тебе, Тед. Ты ей не подходишь. Я была счастлива, когда вы расстались, хотя я переживала за нее. К несчастью, мы поссорились с Хейли. Я думаю, ты попытаешься воспользоваться этим, чтобы вернуть ее. Не старайся. Ты ее не заслуживаешь. Слышала? Да. Переведи дыхание, Джина. Ты напрасно старалась. Не спеши с выводами. Теперь у вас с Тедом нет причин для разногласий. Вам больше не о чем спорить. Ты довольна? Нет. Как ни жаль мне расстраивать тебя. Иди домой. Хорошо. Но помни, Хейли, в жизни все не так просто. Большинство тех, кого ты знаешь, способны обмануть тебя, полагаясь лишь на самых близких друзей или родственников. Ты хоть позвонишь мне? Тед, к тебе только что заходила Джина. Она обманула тебя. У нее свои представления о наших с тобой отношениях. Я это понял. Ты догадался? Ты не сможешь отвергнуть ее. Ты не способна на это. Знаю, но иногда у меня возникает такое желание. Хейли. Ты не представляешь, как я хотел быть рядом с тобой вчера. Мне было так плохо. Прости. Я даже не подозревал. Ты ничем не выдавала своих чувств. Если бы мы могли забыть о вчерашнем. Тебе не кажется, что нам с тобой пора помириться? Правда? Да. Я давно хочу попросить тебя о свидании. Интересно, ты согласилась бы? Я не знаю. Я совсем запуталась, Тед. Поторапливайся. Я не могу быстрее. Тогда подвинься, я сам закончу. Держи его на мушке. Стреляй, если он попытается напасть на меня, хорошо? Перл... Нет, не беспокойся ни о чем. Он будет примерно себя вести, иначе получит пулю в лоб. Понятно? Сядь так, чтобы я мог тебя видеть, ясно? Сиди. Что вы сделаете, когда обнаружите тело? Что мы сделаем? Это вас не касается. Я и сам пока не знаю. Перл, ты внизу? Да, я здесь. Кажется, это полиция. Я должен разрушить кладку. Кто там? Что вы тут делаете? Двери были открыты. Вам следует быть поосторожнее, Лили. О, что я вижу, сигареты и пиво. Оказывается, мисс Лили Лайт не чужды человеческие слабости. Интересно, что сказали бы ваши поклонники, увидев это. Ну
удивлены. Я нет, но те, кто так сильно верит в вас, наверное, удивились бы. Я не собираюсь оправдываться, мистер Уоллес. Да мне это и ни к чему. Не такая уж это и редкость. Человек, говорящий одно, а делающий другое. Я не объявляла себя святой. Отлично. У женщины должны быть маленькие слабости. Что вам нужно? Что вы хотите выяснить? Если привычка к алкоголю и табаку – ваши единственные пороки, у меня есть предложение. Деловое, разумеется. Интересно, слушаю вас. Я предлагаю сотрудничество. Мы очень похожие люди. Я кручусь и пытаюсь заработать деньги любым способом. И, насколько я знаю, вы тоже. Предлагаю объединить усилия. Мы будем отличными партнерами. Почему вы считаете, что мы похожи? Мне подсказывает интуиция, шестое чувство. У меня оно тоже есть. Завтра увидим, у кого оно сильнее. А что будет завтра? Радиополемика по вопросу о казино. Мы ее отменим? У меня есть идея получше. Знаете, какая? Какая? Вы согласитесь с моей точкой зрения в эфире? Это оживит сонное существование города. Да, разумеется, оживит. Ты не так прост. Твоя внешность обманчива. Кажется, ты вовсе не домосед. Думаю, что тебя тяготят семейные узы. Ведь вокруг столько интересного. Ты ищешь новизны. И ты тоже. Ты любишь секс? А ты? Иногда. Мне не чуждо ничто человеческое. Я в этом уверен. Да. Я женщина. Обычная женщина. В чем дело? Мы быстро нашли общий язык. Может, мне рассказать о твоей пылкости остальным? Пока. Встретимся утром, Лили. Интересно, кто это? Уходи. После того, как поговорим. Я только что видел Джину. Она очень хочет со мной договориться. Знаешь, о чем я подумал? Нет. Мне показалось, она не против снабдить меня информацией о твоих делах. Это всего лишь предположение. Не стоит перебивать меня. Я не желаю тебя слушать. Пришлешь мне повестку, когда найдешь доказательства или улики. И не смей больше сюда приходить. Никогда. Почему ты решил снять обвинение с Сантаны? Ты должен быть благодарен, что я помог твоей жене. Меня интересуют мотивы. Я знаю, ты не способен на благородные поступки. Мне кажется, ты понял, что не сможешь ничего доказать. Возможно, и другие причины. Полиция начала потихоньку подбираться к тебе. Я думаю, Джина скоро станет моим союзником. Советую не слишком рассчитывать на Джину. Убирайся отсюда. Очень скоро я посажу тебя. Я уверен в этом. Убирайся. It's impossible.
Это невозможно. Я сам закладывал эту стенку. Пусто. Здесь ничего нет. Да, но Перл... Кортни. Кортни, ты понимаешь, что это означает? Брайан жив. Жив? Ты считаешь, что он жив? Да. Брайан жив, он жив! Не может быть. Посмотри, что это? Где? Вот. Собачий ошейник. Ошейник. Чертов пес. Какой пес? Он жил у нас в институте. Очевидно, он забрался в подвал и откопал Брайана. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Гэри Боуэн. Фильм озвучивали актеры Александра Кожевникова, Татьяна Иванова, Галина Чигинская, Елена Ставрогина, Борис Тетерин, Олег Куликович, Валер Захарев и Станислав Концевич. Над фильмом работали Марина Андошская, Владимир Кирьянов и Владимир Голубев. Телесериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео». Это правда. Говорят, что доктор Роллингс не вернется. Я сам это слышал. Вы этому верите? Сограждане американцы. Перл, ты еще жив. Мир в 86-м году. Ты только послушай. Такой сенсации не бывало со времен Уотергейта. Это правда. Старого психа Роллингса больше здесь не будет. Элис, смотри, кто пришел. Элис, мы это сделали. Да, сделали. Этот псих Роллингс под замком, за решеткой. Мы еще посмотрим на него. А знаешь, что самое замечательное во всей этой истории? Есть маленькая надежда, что мой брат жив. Да. Я объясню тебе сейчас. Когда мы ворвались в подвал и проломили стену, то ничего не нашли. Там было пусто. Брайан исчез. Понимаешь? Элис, это правда. А знаешь, что мы там нашли? Собачий ошейник. Персиваль. Конечно. Ты сказала, что когда Роулингс угрожал Брайану, лаяла собака. Я его выпустила. Ты выпустила? Ты спасла моему брату жизнь. Собака скребла стенку. Конечно, все это звучит странно, но и звездка была сырая, и собака вырвалась оттуда. Брайан сейчас где-то на свободе. И все благодаря тебе. Спасибо, Элис. Спасибо. Спасибо тебе. За что? Я ничего. Минутку, что ты сказала? Спасибо, что помог мне. Слышали? Все до единого слова. Они звучат как музыка. Вы мои настоящие друзья. Мы все твои друзья.
Доброе утро, мистер Кэтфилл. Вы еще здесь? Сударыня, по-моему, я дал вам ясно понять, чтобы вы покинули дом для гостей. Да, но Мейсон велел мне подождать. Он хочет еще раз поговорить. Вряд ли Мейсон сумеет меня переубедить, так что извините. Почему вы так боитесь меня? Что? Вы всячески избегаете разговора со мной. Если бы мы поговорили по-настоящему, вы бы поняли, что я не хочу вам зла. Не хотите мне зла? Ну, если казино закроется, ваши доходы, возможно, уменьшатся. Но выиграете вы больше. Покой, спасение души. Не бойтесь взглянуть на себя. Вы бы сильно выиграли от этого духовно. Ну вот что, оставьте в покое мое духовное развитие. И еще, мне не нравится, что вы изображаете меня источником зла. Но ведь азартные игры – зло. Все очень просто. А если вам не нравится образ, который при этом возникает? С моим образом все было в порядке, пока вы не стали забрасывать его грязью. А если вы сегодня снова станете это делать, вам предъявят обвинение в клевете. Я сделаю все возможное, чтобы донести свое слово до людей. Подождите-ка одну минутку. Хотите сказать, что верите в свободу слова? Конечно. Мисс Лили Лайт, какое совпадение. Я тоже. Свободу слова и свободу предпринимательства. Вот почему я не позволю какой-то фанатичке вмешиваться в мои дела и разводить демагогию. Если бы вы были более откровенны, если бы вы послушали... Я слушаю, слушаю. И все, что я слышу, все больше убеждает меня в одном. Вам давно пора убраться отсюда. Отец, похоже, ты боишься. Вот как, Мейсон. Чего же я боюсь? Наверное, втайне ты боишься, что если Лили не уйдет, ты тоже обратишься в истинную веру. Ехали, ехали к бабушке, а волка-то и не видели. Разве что волка-то ты. Пожалуйста, я не настроен шутить. А на что ты настроен? Зачем я здесь? Послушай, ничего особенного от тебя не требуется. Я хочу, чтобы ты была моей невестой. Кажется, у меня что-то со слухом. Ты снова хочешь меня использовать? Сделай мне одолжение. Ради твоей бабушки? Она больна. По-моему, ей становится хуже. Вряд ли она долго протянет. Может, это подбодрит ее? Ты не шутишь? Нет. Ее беспокоит, с кем я свяжу свою жизнь. Вот я и подумал. Она почувствует себя лучше, если увидит даму, на которой я собираюсь жениться. А ты взял обручальное кольцо? Нет. Забыл. Ну, милый, ободок от сигары не подойдет. Мне нужно что-то настоящее, если ты хочешь, чтобы я сыграла твою невесту. Я не шучу. А ты можешь быть серьезной? Она в соседней комнате умирает. Извини. Я сыграю эту роль. Сделаю, что смогу. Я тебе очень благодарен. Не так уж и трудно. В конце концов, мы ведь не совсем чужие. Ты права. Можете войти, но, пожалуйста, только на несколько минут. Миссис Тиммонс очень слаба. Я хорошо выгляжу? Прилично? Просто здорово. Привет. Привет. Я въезжаю. Вижу. Интересно, кто-нибудь внесет мои чемоданы? Не знаю, мадам. У нас маловато коридорных. Мне нужен всего один, но хороший. Сегодня вам повезло. Он перед вами? Да. Элис, тебе станет еще лучше, потому что сегодня произойдет что-то очень важное для тебя. Очень важное. Верно. Мы хотим, чтобы тебя не покидала радость. А что? Что? Можно сказать? Ладно, скажи уж. Сегодня будет осмотр пациентов. Будут рассматривать все истории болезни. Угадай, кто будет первым? Ты. Правильно. Твой случай будут рассматривать первым. Все хорошо, не волнуйся. У тебя все отлично. Просто будь сама собой. Нужно улыбнуться им, как сейчас. И ты уже уходишь из клиники свободной. Но это будет не так легко.
Но ты так быстро поправляешься, что я, возможно, отпущу тебя. Ну, что ты скажешь? Думаешь, меня отпустят? Послушай, вот как я себе это представляю. Тебе просто нужна так называемая сформированная домашняя среда, что на человеческом языке просто означает, что ты будешь жить в кругу семьи, в доме, где вокруг тебя будут только близкие люди. Понимаешь? Дом? Верно. Этот дом ты сможешь называть своим. Там ты придешь в себя и забудешь об этой больнице. Мы поможем тебе. Мне одной? Нет-нет, детка, у тебя будет большая компания. Кажется, я этого бы хотела. Вот это правильно, малышка. Знаешь, все не так уж плохо. Все будет как прежде. Помнишь, когда мы завалились к базу, как нам было весело, как хорошо? Помню. Ну вот, а будет еще лучше. Как тогда и лучше. Вообще-то я предсказываю, что ты еще всех удивишь. Так же, как ты это сделала у базы, помнишь? Ты и тогда была компанейской девушкой, ты и сейчас такая. Значит, ты Джина. Кейт тебя никому не показывал. Это моя вина. Видите ли, со дня нашей встречи я завладела всем его временем. И все кажется, что мало вижу его. Я так рада. Я очень хотела увидеться с вами. Он все время говорит о вас. Он очень честолюбив. Да, лучший окружной прокурор Санта-Барбары. Но это только начало. Он вам говорил? Мы думаем о том, чтобы пожениться. Правда? Я... Ну, пока это лишь разговоры. У вас были бы красивые дети. У тебя такие милые глаза. Спасибо. Надеюсь, что у них будет подбородок Кейта. Он такой симпатичный. Кейту был очень нужен близкий человек после смерти Кэти. Ты так ему подходишь. Он говорил, что наша Кэти участвовала в чемпионатах по плаванию. Да, конечно. Видишь? Золотые и серебряные кубки. Она их выигрывала каждый год. Надо же, как много. Ты должна посмотреть наши семейные фотографии. Бабушка, бабушка. Знаю. Я тебе потом покажу. Я бы очень хотела. Она прелестна. Правда? Бабушка. Что с тобой, бабуля? Джина, дорогая. Я хотела бы поговорить с ним наедине. Да, конечно. Так приятно было с вами познакомиться. Я очень надеюсь, что вы скоро поправитесь. Спасибо. Ты в порядке? Принести что-нибудь? Нет, ничего.